Хорошо, Коля. Ох ты ж, блядь, да. Прямо на как, гля. Прямо снимал и накакали на меня. Мабуть, к деньгам. Это ж надо. Прямо был под самым этим. От Коли кинул шестерочку. Ну, погода никакая. Вот у Сатоша пришел, думаю, может, нальет похмелиться на халяву Володька. От него кинул. Ветер не тот. Ну, сейчас мы... Сейчас я кидаю своих шестерку, посмотрю, какой ветер, а потом кину голубей полигона. Настроить надо камеру на даль. О, настроил. Шесть штук кинул. Пару сплошных кинул. Значит, пару рябых, белого. Нет, трое сплошных. Трое сплошных, два рябых и белый. Пришел к блондину подбросить их сюда. Ну, заодно посмотреть, здесь он или нет. Его нема. Вот с его голубят не погнал голубей. Заодно посмотрю, какой ветер. Это таких своих шесть штук. Ну, скажем, готовых таких летчиков кинул. Так, ветер, смотрю я, где-то от гапака дует. Получается, ветер юго-западный. Юго-западный. Вот так вот аж как на южный. Сегодня 2 января. Кинул голубей, посмотрел ролик у этого Кременского. Мясо жарит с семьей. Молодец. Понял, что семья — это лучшее, чем какие-то друзья, которые на халяву едят. Ну, а мы с Макулой холод. Вчера стояли, пили, холодец в основном пили. Холодец замерз. Вечером уже холодцом закусывать, и он замерз. Ну что, потихоньку набирают они. Голуби потихонечку набирают. Пошли, видите. Ну, у них был перерыв, они не летали где-то 2 дня, а то и 3. Ну, такой ветер очень слабый, как бы, ну, может, 1 метр. Но полезли, ребята, полезли. Полезли. Кидал 6, а вот в этом в объективе только 5. Полезли. Вот этот Коля от Сатошева, я от голубят не кинул. Коробочек. Ну, сейчас пойду остальных брать. Голубей полигона. Сокол, ребята, сокол бьет. До самой земли бьет. Ебать. Извини за выражение. Ля. Бил сокол до самой земли. Вот он аж за дом туда. Представьте себе, за дом. Не успел я это. С вокзала пришел сокол. Не знаю, забрал или нет. Но вот за этот дом они скрылись вдвоем. Несколько атак было сокола. Не вижу я ни голуба, ни сокола, никого. Так они там и скрылись. Я уже было выключил камеру и пошел. Зря, сука, надо было не выключать. Вот собака. Отличная атака была сокола, ребята. Так. Не успел взять. Ну, сейчас будем смотреть. Если он еще придет, значит, не взял. Это ж до какой, смотрите, с высоты бил до самой-самой, вот так аж за домом скрылись. Вот там скрылись. Да. Те поддали высотой. Вижу четверку. А тут сокол. До самой земли бил сокол. Кино и немцы. Вот собака не снял, ребята. Отличная была атака сокола. Собака. Опять до самой земли. Ребята, еще одна атака. Второго. Все, значит, он того не взял. Сейчас я попробую взять. Второго сбил. Ох и сильно, сука. Очень сильно он это... заходит. Ух и соколина, а. Вот сучонок. Ну давай. Вот он. Вот он, ребята. Оп, видели?
Сука. Двоих сбил. От сука, надо мазать, ребята. Вон он пошел, 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 пошел. Так. Тройка еще в горе. Двоих он сбил, ребята, двоих сбил. Вон он. Красава. Аж, ты, вы понимаете, я аж было мне слышно вот это, ну, ветер, вот как вот, знаете, как вот это вот, ну, аж было слышно, как свистит ветер, когда он идет, понимаете? Двоих сбил, трое в горе. Опять набирает. Очень он такой, это самое. Потому что люди пили эти дни, никто не гнал. Ах ты ж сука. Тройка в горе, он скрылся за дом. Видите, я его потерял. Плохо, когда его уже потеряешь, потом трудно найти. Две атаки. Двоих сбил. Голуби, если не дураки, они должны уходить. Уходить с этого круга. Не вижу, сука, я один, бляха-муха. Николя не выходит, я телефон забыл. Я, по-моему, позвонил. Двоим лучше смотреть. Но видели, такой резкий, сука, хочет жрать. Ничего не вижу. Ни голубей, ни сокола, ничего. Ну, не взял, видите, двоих бил, не взял. Не стал я рыбать, не буду я полигон гнать. Сокол бьет завал. У меня там джиганы, понимаете. Ну, если это полигон сейчас кинуть, если кто-то подымется, то это просто смерть будет. Так что полигон, ребята, выпускаю без гона. Пока не хочу их убивать. Пока. Выходим, ребята, выходим. Пошлите. Выходим. Выходим. Все. Сегодня у вас перерыв. Сокол сильно бьет. Давайте. Выходите. Чу. Выходим, ребята, выходим. Выходим. Сегодня вам повезло. Ну, этого забыл кинуть, бурова. Чё? Ну, смотрите, так калм нормализовался. Один, правда, крутит тут голубь. А так, в основном, все хорошо. Так. Не буду вас гонять сегодня, пожалею. Чё? Сокол, три атаки на глазах видел. Давай, выходим. Этих просто выгоню на голубятню. Значит, полигон пока чуть-чуть я повременю, потому что, ну, сокол, ребята, такой агрессивный, что завал. Значит, так неплохо себя показывает голубь. Крышко сплошной. Какая-то по одной голубка мелитопольская неплохо себя показывает. Такая сама срывается. И крышко сплошное. То ли он зонтик называл, то ли что-то такое. Так, в общем, не стал я гнать, ребята, полигон. Хоть и сокол шарашит. Вот опять сокол. Смотрите, вот он. Только сказал, вот он идет. Вот он, видите? Ах ты ж красава. Красавец. Голуби в горе, он тут внизу, видите? Ждет их, сука. Ну, может, гарбор сейчас будет гонять. На гарбора пошел. На гарбора. Пошел на гарбора. Куда тут гонять? Не, возвращается, ребята, возвращается. Возвращается. Сейчас его надо поймать. Так. Куда ты, сука, пропал? Ох, он и шустрый, бля.
только что тут был. Курвай. О, сплошной пришел. Улюлюлюлюлюлюлю, это он бил. Вот сплошной. Седай. Седай. Успел сесть. Тройка в горе, и он стоит как бы тут над этим. Над ними. Вот сплошнячок. Бил он его. Хороший шной. Ох, интересно стало. Ну, ребята, надо тут что-то мазать и жертвовать вами, бля. Тройка покрыла. Ну, когда начинает бить, ребята, голуби уходят с круга. Они уходят, они понимают, что тут им смерть, и они уходят. Вот погнал я их в час, в два вернее. Сейчас никого не вижу, но и дымка там, как Витя говорит, матка. А он тут, видите, тут пасется и пасется. Вот этого сплошного сбил. Еще кого-то он двоих с горы сбил. Нет, а он тут пасется. Представляете, ё-моё, такого я еще не видел. Летает здесь, понял? Вот он, знаете. Пасется здесь, сука. Вот прижился, подлец. Ах ты ж сволочь. Пасется прямо над крышами летает. Тройка в горе, но они, наверное, ушли. А он тут крутится и крутится. Я только его, и только его вижу. От сволочь. Ага. Вокзал перестал гонять, он сюда пришел. Да, курвай. Так, село еще два вот. Низом пришли, низом Белый и Юрий. Напуганные, молодцы. Хорошо, значит, село минимум четверо. Сели Юрий и Белый, напуганные. Молодцы. Нет еще наглой. А, ну я ж не знаю, кого бил, когда над Колей. Ну, в общем, пришли пара села. Ну вот полетки пока такие, сука. Надо что-то с этим соколом делать. Такой очень он шустренький. А делать надо что? Надо что-то мазать, завозить. Видишь, сейчас у Щека не работает, наверное. Жека, наверное, не работает. Блондин не работает. В общем, что-то надо предпринимать. Там как-то я еще в Кудряшовке шарашу, вот с городским. Что-то надо как-то делать. Этих ему трудно, моих летчиков взять. Они готовые. От сокола они лучше уходят даже, чем от этого. Да хотя у них уже школа тех, что были такие, поэта уже поел. А эти такие джиганы.